Согласно закону, все расходы Центральной избирательной комиссии для проведения выборов будут покрыты за счет госбюджета. Для организации голосования граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом, выделено 10 миллионов сомов, рассказал Мадумаров. Деньги уже выделены по линии Министерства иностранных дел. Отмечу, за рубежом открыто 44 избирательных участка для голосования наших граждан. А по Кыргызстану всего откроется 2464 избирательных участка. В связи с пандемией для обеспечения эпидемиологической безопасности на выборах будут приняты дополнительные меры. В частности, все избиратели в день голосования будут обеспечены масками и перчатками. Также Акрам Мадумаров отметил, что в этом году избирателей на выборах в депутаты Жогорку Кенеша больше на 667 тысяч человек, чем на прошлых парламентских выборах в 2015 году. На сегодняшний день число избирателей составляет 3 451 846 человек. Это на 667 746 больше, чем на выборах в ЖК в 2015 году. По поводу эпидбезопасности, все избирательные участки будут дезинфицироваться каждый день. А в день выборов Министерство здравоохранения обеспечит медицинскими масками избирателей, согласно принятому алгоритму двух ведомств. Также в этом году мы создаем все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устанавливаем пандусы и кнопки для вызова на участках. На сегодня 12,6% от числа зарегистрированных избирателей, это почти 500 тысяч человек, не сдали биометрические данные. Мадумаров напомнил, что граждане, не сдавшие биометрические данные, не могут принять участие в выборах. Я напоминаю, что вы должны проверить себя в списках, также пройдите биометрику, дабы избежать неприятных ситуаций. Также мы призываем все политпартии к открытым честным выборам. Выборы в депутаты Жогорку Кенеша пройдут 4 октября. Вопрос по их подготовке и проведению рассмотрел Совет Безопасности. На нем президент Сооронбай Жээнбеков призвал все политпартии и кандидатов в депутаты строго придерживаться закона, особенно во время агитации. А правительству рекомендовано обеспечить надлежащее исполнение конституционного закона о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Дастан Гасканов, Нуркамиль Асанов, Алатау 24.